Доброе утро. Всем привет. Я сейчас поберу прямо сейчас, чтобы не потерять всё. Так, девчонки. У меня флажки с собой. Да. Надо это, куртки, наверное, одеть. Плюс 13 всего, и дождь идет. Ну, кто у нас увидит, где рукавички, ленточки? Ну, может быть, в помещении у вас будет. Или на улице. Не знаю. В общем, так вот, девчонки, готовы, одеты и все. Сейчас достану только куртки и побегут. Мои красавицы. Надеюсь, недолго, потому что нам уже надо собираться на концерт тоже. Ну-ка, не делай этого. Пошли, девчонки. Все, я побежала. С Богом, милый. Да. Ну, моя девочка. Ну, моя парочка. До дня. Женечка дома поцеловала. Я думаю, полчаса и отпустят детей. Ну как по такому дождю детей держать долго? А Дарина еще должны были на памятник пойти. Не знаю, пойдут, не пойдут. Видите, что у нас? Вчера тоже весь день дождь был. Ну, с этой погодой я не знаю, как Настя Софийку поведет в садик. Она кашляет ужасно. Просто ужасно кашляет. А? София? Мама, скажи, что концерт не отменят уже? Надеюсь, крыша не течет. Пока молчат. Еще кашляет, а? Как так ты кашляешь так сильно? Девчонки были... Так, Тома, иди оденься. Совсем немножко. Дариночка, куртку надо повесить на батарею. У себя в комнате положи. Девчонки насквозь промокли тут. Батарея немножко включена. Положила я на батарею. Сашину тут, Женина сейчас еще Дарину положит. Ой, там девчонки спят, не пойду. Ну, Алина спит. Кашу я сварила, остужается на улице. Вот. Ох, это погода наша, а? Я говорю, на улице стояли, девчонки говорят, нет. Ну, видимо, все перенесли. Видите, какой дождь идет. Да, Кешка? Дождь идет. Сегодня недолго были в школе, я уже говорила. На памятник никуда не пошли, да, да. Федориночка посуду убирает, мы все позавтракали. Да, Алишенька начинает уже заплетать Сашу. Настя выпрямляет волосы Жени. А все уже, да? Вчера же выпрямляли, у меня только так маленько. Все. Начинаем все-все складывать. Вон там мои балетки делают. Так, хорошо, хорошо. Так, костюмы все проверить, это Томина. Между прочим, Женя, свои шорты потеряла. Сейчас будем что-нибудь придумывать. Шорты свои потеряла. Тома оставила там в этом. Балетки я сегодня заберу, она мне вчера написала, что у меня в вахте лежат. Угу. А шорты все? Так, кровать почему до сих пор не заправили, дети? Это... Ой, как они любят друг на друга это... Это не мое, это не я. Так, шарики приготовила. Девчонкам надо шарики. Как раз твои шарики пригодились, которые ты за Вики покупала. Не забыть их. Все сюда мы сейчас положим. Все, что им надо. Жень, давай сразу. Так, флажки все приготовлено. Софийка там играет. В общем, получается так. Настена едет с детьми. По-другому никак. Они такие несобранные у нас. Тома-то маленькая. Тому надо переодевать. За девчонками там следить. Екатерина Константиновна попросила, чтобы из родителей кто-то был. Она на самом концерте, она вообще не может.
там быть. Я остаюсь дома с Софийкой. Софийкой, ну никак нельзя ехать. Она так кашляет. Если мы сейчас ее по такому дождю, кстати, там как все текло, так и течет. Ведра стоят, все стоит. И, в общем, не знаю, ну концерт не отменяют, нет. На самой сцене, где это, дети выступают, там не течет. Ну там по коридору все в ведрах стоит, там, в общем, ужасно. А, Бася поснимает, надеюсь, что-нибудь там. А Настя с детьми за кулисами. По-другому никак. Им, ну, видишь, какие они, маленькие еще. Все раскидано. Сейчас шорты будем искать еще. Мы не нашли, мы вчера весь дом перевернули. Потому что они в ДК. Но когда писали про шорты, никто не ответил. Так, Настюна, кто? Алина будет всех заплетать? Почему нет? Давай, Антона. Я Женьку жду вообще. Том, давай тебя первую. Два хвостика тебе. Угу. Все, в общем, мы все собираемся, мама. Собираемся. Ты что там, щеки себе тоже намазала? Мам! Костюм. Чушку, Калина. 25. Езжайте пока спокойненько сейчас это... Заедем, воды купим еще. Как раз. Думаю, зачем ты тебе щеки намазала? А то там воду пить нельзя. Тома, держи твой костюмчик. Я костюмы возьму сама. Вы, главное, возьмите шарики и свои сумки. Я вам куртку одену. Взяли? Все куртки. Джазовки. Балетки, балет, колготки, шорты. И шорты. Томик, косметичку и ласк. Пакет, Томик, где еще? Вот еще Томик Шоппер. Подождите, там должны лежать беретка, белые. Бантики, флажки, балетки. Ее где белые? Балет. Тут лежат. Все. Да что заберешь там это? Черные балетки ее. Все, поехали. Настя сейчас. А папа, Дарина и Алина поедут к 12. Готовы на выступление? Нет, как? Ой-ой-ой. Кап-кап, да. С бабой будешь дома. Что бы дитя не делала, лишь бы не плакала. Боже, боже. Это мама ей разрешила, чтобы она разрешила им спокойно выйти из дома. Красота – страшная сила. Ой, лицо-то какое сделала. А если я тебя не отмою? Вот если я тебя не отмою, а? Что делать будем? С Богом, доченька! Мама, ты свой телефон возьми. А если вы его там потеряете? Нет, да нет. Вы так все теряете. Девочки, я сказала все взять. Саша, идешь? Возьмешь свой пакет, а я тоже возьму. Ну все, с Богом. Приехали мы с девчонками в ДК уже. Одни из первых сегодня. Саша, не забудь потом жвачку выкинуть. Поискать ее шорты в гримерку. Обратно будем идти, я вам покажу, как тут все бежит. Как везде ведра стоят. Обычно еще вот тут всегда все затапливает. Вот здесь как. Ну да, вот тут вот сдулось все. Маму я сразу переодела, чтобы мне потом не дергаться. У нас еще, правда, 40 минут. Она такая красавица, Москву-Майску будет танцевать. И еще флажки у нее будут. Ну-ка подальше отойди. Во, красотка. Кто-то уже переодевался? А потом на этом... На платье я ей сделаю еще бантики на волосах. Есть не хочешь?
А? Будешь? Да? Держи. Садись. Девчонки тоже уже переодеваются. Саша, жвачку не забудь выкинуть. У нас дождь так льет и льет. Я жду папу с девчонками. Все заливает. И с той стороны тоже все заливает. Вот так вот. Все, встретила Алину, Дарину, папу. Мы уже тут в зал. Я место кое-как выбила. Единственное, здесь все занято. Я сейчас один номер посижу и пойду туда за кулисы. Переодевать Тому, девчонкам помогать. Ну, зал уже прям почти полный, а люди все идут и идут. Я думала, что будет мало из-за погоды, но 9 мая все-таки. Все идут, и взрослые, и пожилые, все. Все. Вася с девчонками тоже поехал. Время уже без 15. Остались мы вдвоем с красотулькой. Если она мне даст... Я картошку с мясом пожарю. Салат еще есть у нас. Ты дашь бабушке, нет, пожарить картошку? Да. Да? Деда принес ведро картошки. Это кто тут так поиграл? Софийка завтра в садик не пойдет, кто ее такую возьмет? Она кашляла всю ночь. Сейчас вот подышали, вроде ничего. Получше стало. Вот. Настя поедет на практику завтра. А мы дома с Софийкой. Пусть еще до воскресенья у нас побудут. Настя собралась ехать, я говорю, нет. Такого больного ребенка никто в садик не возьмет. Не возьмет никто в садик? Я знаю, что начнут писать. Опять на концерт не поехала. Не одни же они там. Настя с ними за кулисами. Папа, Алина, Дарина будут в зале. Надеюсь, все поснимают. Пойдем на кухню, я все приготовила. Пойдем. В общем, сегодня Настя, наверное, поедет домой. За документами Софийками. Она так кашляет. У нее кашель, как круп. Такой сухой, прям страшно мне слушать, как она кашляет. Завтра вызовем врача. Пойдем, пойдем кушать, готовить. Пошли, и носик вытерем. София, пойдем. Яблоко ела, как попало, кидает. В общем, это не дело, нельзя ребенка оставлять без врача. Надо обязательно, обязательно, чтобы доктор послушал и посмотрел. Ужасный кашель. Я тут не слышу, но вы бы слышали, как она кашляет. Чай сейчас отодвину я. Давай суперки вытери. Твое. Температуры пока нету. Не умеешь моркаться совсем. Маленький ребенок. Я уже приготовила сейчас картошку пожарить. Папа! Концерт будет идти где-то 2 часа. Ну, давай отодвину, садись. Папа. Еще полчаса только концерт идет, еще 1,5 часа. Все равно надо кушать, приготовить. По одной вытаскивай.
Сейчас и разлетятся. Сможешь? Никак? Нет. И баба никак. Все. Папа. Ага, все, играй, а я буду кушать. Ага. Не намокли совсем? Че ты там, бабка, говоришь? Блин, я пытаюсь Софийку уложить. Она так, она не может уснуть. Она так кашляет и кашляет. Кашляет и кашляет. Я больше не буду уступать. А что случилось? Женя повела ее в зал сесть после выступления. А бросила ее там, ребенок напугался. Я ее там не бросала. Иди сюда. Но она все равно нашла место с девочкой рядом, себе подушку села и сидела. Ну все, раздевайся. Народу было даже не зайти в зал. Очень много. А ты еще не хотела ехать. Ладно. Стоя бы потом стояла. Ну, Алина, ну что мы там будем сидеть, ждать? Ой, ну молодцы. Настен, иди укладывай. Ей надо поспать. Я думаю, у нее голова болит. Она все кашляет и кашляет. Кашляет и... Она даже уснуть не может. Он там лежит. Ну, лежит. Он все принесли, бросили. Пытаюсь ее уложить. Так, Тома! Разденься, руки помой. Иди. Ложись, София, надо тебе поспать. Как ты до вечера с таким кашлем? Ложись, милая, сейчас мама придет. Мама. Да, ложись. Руки помой.